Для этих учеников 1 сентября уже второе за год. Учебный год. В уже сформированных классах вместе с педагогами они начали в 9 и 10 школах и ждали, пока откроют их учебное заведение. Сегодня представитель компании-застройщика торжественно вручил директору 11 школы символичный ключ от храма знаний. Пусть этот дом, этот второй дом принесет вам радость, творческих успехи, интеллектуальные победы. Красная лента перерезана, звучит первый школьный звонок. И полноправные хозяева школы занимают места за новыми партами. А почетные гости встречают, как и положено в России, хлебом и солью. Рассчитанная на 825 мест, школа должна была распахнуть свои двери еще в сентябре. Но по ряду технических нюансов сдачу учебного заведения пришлось задержать. И ожидания были не напрасны. Это одно из самых высокотехнологичных образовательных учреждений Ленинского района. Здесь есть все, чтобы раскрыть потенциал каждого ребенка. Школа полностью обеспечена всем необходимым по современным нормам общеобразовательного процесса. Здесь очень много узкоспециализированных классов, которые, к сожалению, у нас отсутствуют во многих общеобразовательных учреждениях, которые строились 40, 50, 60 лет назад. Помимо общеобразовательных классов, здесь находятся кабинеты психолога, труда и моделирования, мастерская по обработке металла и древесины и зоостудия. Научно-исследовательской деятельностью школьники смогут заниматься в современных цифровых лабораториях физики, химии и биологии. В 11-й школе также есть 3 кабинета иностранного языка, которые откроют возможность изучения английского, французского, немецкого и испанского языков. Оборудование достаточно современное, очень много новых технологий используется. При проведении уроков это смарт-доски, да, они дают более наглядное представление. Дети могут побывать и увидеть то, что они не увидят на обычных уроках, используя интернет-технологии, современные технологии. Долгожданному заселению в новую школу рады и ученики. По случаю открытия в просторном актовом зале они организовали концерт для гостей торжества. Остальные же учащиеся сразу пошли на уроки. Школа вообще огромная, очень красивая. Ну, и мне кажется, что будет поудобнее, чем когда мы находились в 10-й вместе с остальными учениками. Отдельная гордость 11-й школы – пищеблок, оборудованный в соответствии с новыми стандартами, и физкультурно-спортивная часть, которая включает в себя игровые и гимнастические залы, а также открытые площадки для игры в футбол и баскетбол. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Евгений Садовский, Видное ТВ.